Всем привет! Известная певица готовится развестись с мужем Александром Плаксиным. Любовь Успенская намерена бороться с экс-возлюбленного за имущество, на которое он претендует. Исполнительница высказалась о намерениях в отношении брака. Королева шансона объявила, что не собирается оставаться женой Александра Плаксина. «Он 30 лет меня использовал. Пожил за мой счет, а теперь он хочет все делить», призналась звезда, говоря о предстоящем разводе. Когда заявление о расторжении брака будет подано, Любовь Успенская начнет борьбу за свои права и постарается отвоевать у экс-возлюбленного честно заработанные средства. Предполагается, что певица и ее муж будут делить недвижимость в Америке стоимостью более 74 миллионов рублей и подмосковный особняк Любови Успенской, цена которого по оценкам риэлторов составляет 150 миллионов рублей. Поскольку замуж звезда выходила в Америке, судебные разбирательства, вероятнее всего, будут проходить в Лос-Анджелесе, где певица прописана. По законам Калифорнии при разводе все имущество и заработанные средства, а также долги делятся между супругами пополам. Любовь Успенская жалеет, что 30 лет назад не заключила с мужем брачный контракт. Американский адвокат Сергей Федоров утверждает, что отсутствие контракта сильно ударит по кошельку звезды. По его подсчетам, бракоразводный процесс будет затяжным, а на услуги адвоката Любовь Успенская будет тратить более 7 миллионов рублей в год. Певица призналась, что из-за возможных грядущих тяжб составила завещание. Его содержание она не раскрыла. «Если бы я была поумнее, то заключила бы с мужем в свое время брачный контракт. Он 30 лет меня использовал», заявила Любовь Залмановна. Неизвестно, решится ли артистка на развод, рискуя лишиться роскошной недвижимости. Пока иск о расторжении брака между ней и Плаксиным нигде не зарегистрирован. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!